Это тоже что ли будет? Ну что ж, уже буквально все у нас готово к награждению. И начинаем мы с третьего места. Бронзу в этом только что завершившийся сезон завоевал голландский гонщик Алексей Шефер. Пожалуй, с ленты. Первое место гонщика в нынешнем сезоне. Второе место у британца Оливера Роланда. Ну и наконец, без головочка победителем этой гонки стал пилот, который первый в нынешнем сезоне поднимается на верхнем ступень подиума. Пьер Гасли. Также на подиум мы приглашаем представителя команды ТЭК-1 Николай Альбей. Команда ТЭК-1, которую представляет победитель Пьер Гасли. Ну что, поднимаются сейчас флаги с данным подиумом. И в честь победителя звучит гимн Пьер Республики Мастерьеза Пьер Гасли. Самый крайний, это ну что же, отвечал гимн Франции в честь Пьера Гасли, ваши аплодисменты, и мы переходим к вручению наград. Ради Аль-Хаджи, менеджер бренда Мишенко Питиша, вручает награды Стивену Шульцерсу за третье место, ваши аплодисменты. Легенда французского ралли Жан Каньотти вручает награду Оливеру Роланду за второе место. Аплодисменты Оливеру Роланду и Жану Каньотти, который сегодня демонстрировал свое мастерство. Ну и наконец, кубок за победу. Патрицию Гасли вручает творческий директор кино Патрис Камбали. Пьер Гасли, победитель этой гонки. Ваши аплодисменты. Ну а за победу в командном зачете представитель команды ТЭК-1 награду вручает Арно Буанжо. Еще раз приветствуем двоих призеров. Стивен Шульцер с первым победой в нынешнем сезоне. Оливер Роланд на втором месте. И первый победа лидера чемпионата Пьера Гасли. Фотография на память двоих призеров. И все готово к церемонии шампанского. Ну что, еще раз поздравляю Стивен Шульцерс, Пьер Гасли и Оливер Роланд, главные герои первой гонки третьего этапа Еврокубка Формулы Рено 2 литра. Второй заезд в этой зачетной категории состоится завтра, ну а сегодня у нас еще далеко не все. Впереди нас ждет первая гонка этого уикенда российского этапа мировой серии Рено в Кузовом классе в Еврокубке Рено Американ Кросе, поэтому совсем скоро.